Новый объект Тепиари парк сафари заинтересовал горожан. Бегемот, носорог, лев и другие животные теперь стоят в парке Зерновой и ждут детишек. Друзья, а мне кажется, знаете, что сейчас нам с вами нужно будет подумать и сказать, кто первый, кстати, скажет правильный ответ, тот и получит маленький приз. Сколько пар лап в нашем Тепиари парке у всех животных? Саровчане любят парк Зерново, посещают его семьями, дружескими компаниями. Поэтому развлечения, площадки, места для отдыха должны быть предназначены для всех целевых аудиторий. Ни маленьким, ни большим детям в парке практически делать нечего. Везде очереди стоят, толпучки, кататься не на чем. Подростки у нас, ну вот у меня сыну 13 лет, ему вообще здесь негде покататься. Ну, те же веселые горки поставить можно. Ну, я не знаю, много же аттракционов есть. Тоже колесо чертово там большое. Какие-то новую орбиту, но не такого же вида, да. Парк стал самым популярным местом для времяпрепровождения в Сарове. Горожане зимой и летом наслаждаются природой и атмосферой места. В принципе, всем довольны. Возможно, в будущем хотелось бы что-то реконструировать, какие-то из данных аттракционов. Те же самые ракушки. Не только покрасить, но и, может быть, даже модернизировать. Безусловно, родители и дети рады появлению новых площадок в парке. Однако саровчане уже отмечают некоторые проблемы и недостатки в постройках. И вот где она безопасна. Все покрытие, вот на котором даже мы сейчас здесь, на этой площадке стоим, она все волнами. Ну, как бы в какой момент что задерется, непонятно, все, наступаешь куда-то, хлюпает, проваливается. Хотелось бы, чтобы вот этот момент привели в порядок. Ну и о какой-то глобальной перспективе. Ну, хотелось бы, чтобы парк все же приобрел современный вид, как парк, ну, то есть в плане аттракционов. В новом сезоне аттракционы парка будут работать с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, по выходным с 11 до 20. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.